Всем привет, с вами Олегыч, и вы на канале Олегыч Геймс. У нас сегодня прохождение игрушки Assassin's Creed Одиссея. Так, ну чё там, погнали. Так, дали нам говномеч. За обсидиан, честно говоря, тебе лучше бы я это не делал, но хер с ним, мы его просто будем продавать. Дрянь и фень. Я думал, какое-то эпическое тебя оружие, то есть легендарное дадут. Но дали, как обычно, дичь редкую. Так. Ну да ладно. Единственное, что я не знаю, есть ли тут что-то. Есть ли смысл вообще сюда скакать как бешеному? Не знаю. Ну сейчас посмотрим. Можно, в принципе, чисто так для разведки, да? Я заметил, все-таки знаки вопроса иногда открываются. Возможно, и здесь откроется. Горная гряда здесь. На крайняк потом завернем. Это же не критично. В принципе, сейчас можем и птицу вызвать. Она тут чекнет эти просторы. Если вообще тут что-то есть, то мы увидим это. Увидим это. Хераз 2. Ну это давай. Увидим. Мне чем нравились истоки, там сразу знаки вопроса все появлялись, например. Это облегчало намного задачу все. А вот это вот скакание по всему, блин, миру, это немножко напрягает. Элла! Так, хорошо. Давайте сразу мы куда назначим. Так, давайте сюда, а потом давай, там еще знак вопроса и задания есть. Как раз будет нормуль. Давай, Эва, блин. Эйва, прям как в аватаре, блин. Храм от... Так, артемиды диктинны. О боже. Кидония. О, мама. Вперед. Так, есть. Как бы вроде бы все, да? Так, давайте туда сюда, наверное, сначала стартуем. Нам тут близко. Вырубаем этих пацанов. Проваливай! Если заметишь, мне не сдобровать. Так это убийство культиста там, да, даже? Нифига себе, удачно я зашел. О, давно не было этого красавца. Молчать!
тоже. А ну иди сюда. Сейчас ты у меня будешь гореть. Какой он быстрый. Дас. Культист, до свидания. Четко мы по культистам, конечно, пошли. Твоим злодеянием конец. Пояс бессмертного. Вот когда исследуешь весь мир, вот так вот и натыкаешься на этих говняков. И это прикольно. Так, слушай, ну вроде все. Что там еще, кстати? А, еще одно сокровище где-то есть, да? Не нашел. Так, все. Район зачищен. Сколько у нас там еще до уровня? Еще немножко. Так, давайте берем задание, потому что вдруг там оно будет связано с каким-то здесь движухой. Сейчас посмотрим. Подождите сначала. Что, где, как тут. Так, меня интересует вот этот хрен. Здесь. А вдруг что-то он там... удивит меня каким-то оружием, например, или броней. Так, мы, конечно, еще часть комплекта выбили. Это прикольно, конечно. Сейчас это... Ой, блядь, обворовываю. Думал, заста. Не, нихера не видела. Так, ну, перед тем, как идти к этому чуваку, нам надо сначала тут разобраться, что у нас творится. Очень мусора, конечно же, так. Клешни. Мобильные клешни. Ну, это что у нас? Комплект бессмертный. Да, интересная тема насчет бессмертия. Пускай будет, он все-таки лучше, чем это несчастье. А что за ботинки? А, поломные это все. Так, а сколько у нас уже? Там 6, да? А сколько надо для копья? До хера небось, да? Улучшить копье. Ой, бля, еще 3 культистов надо, бля, найти. Там уже, кстати, у нас открываются навыки, которые нам... очень нужны. Так, вот этого мы убили. Мелит. Был пацан, и нету пацана. С каким-то посохом модным. Так, ну я не знаю, потихоньку подкрадываемся ко всем, конечно. Демонам этим. Ага, у тебя хороший вкус. Да, что есть? Давно. Продадим что-нибудь. Ну, как бы так. Приходи еще. Обязательно.
Так, теперь я, наверное, иду сначала к заданию, потому что реально, может, надо будет там в тот гарнизон залезть. Ой, не будем воровать, хер с ним. Давай, уничтожь все. А если торговец сунется, врежь и ему. О, ну так, тут свои правила, короче. Такой, блядь, именно... Капец, юбка такая, блядь, шотландская. Пиздончик сильный. Бля, где здесь вход? Чё-то не понял. Как сюда добраться? А, вот оно, господи. Мисти, прошу, мне нужна помощь. Давай, рассказывай. У тебя неприятности? Мисти, в Кедонии начались беспорядки. Стражи и торговцы вцепились друг другу в глотки. Я видел. Там, кстати, работа на улице. Стражей помогать людям. Что их так разозлило? Налоги. Они слишком высоки, и торговцы отказываются платить, а стражи настаивают. Их командир Диокл не солдат, а просто разбойник. А волнение снижает мой доход. Попробуй предотвратить новые беспорядки в Кедонии. Алчный командир стражи, беспорядки в городе. Звучит серьезно. Ха, и награда будет серьезная. Уверен, мои драгоценные камни тебе понравятся. Да. С радостью помогу. Может быть. Ха, славно. Стычки обычно происходят на Агоре, в Восточном базаре и на пристани. Хочешь узнать еще что-нибудь? Могу ли я при этом пойти на крайние меры? Для мести в клинок лучший ответ на все вопросы. Иногда приходится убить всех, чтобы подавить волнение. Но порой разговорами можно добиться большего. Угу, понятно. Если всему виной высокие налоги, почему бы их просто не снизить? Идет война, ты разве не знаешь? А война требует денег. Кедонии нужны корабли, нужна армия, мы должны защищаться. Ты говорил о командире, Диокле. Кто он такой? Народ его не любит, Мисти. Ведь это он приказал стражникам быть жестче с торговцами. Понятно. Я услышал достаточно. Делай все, что требуется, но будь осторожен. Есть люди, которым эти беспорядки на руку. Мы надеемся на тебя. Ну, я так и знал. О, Потамос, статуя. Хорошо. Охраняемый склад. Так, давайте сначала пойдем поболтаем. Верни наш товар! Ты не смеешь! Что это за проклятый город, где стража притесняет свой народ? Все просто. Не будешь платить, заберем твой товар. А ну назад. А не то что! Мисти, прошу, образуй этих болванов! Если нам не позволят вести торговлю, экономика Кедонии будет разрушена! Это тебя не касается. Таков закон этих земель. Пусть отдадут свой товар, и мы уйдем. Законы для слабых. Пусть люди живут свободно. Они вам ни драхмы не заплатят. Ты пожалеешь.
Убить Мистия! О боже, что ты? Вы не платите налоги. У нас есть право на все, что угодно. На все, что угодно, слышишь? А те там себе ходят, а я тут рубаю, пацанов. Тихо, 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 у меня тут... Я другие цели преследую. Это подруга или кто это там? Да, подруга какая-то. Оп! За наградой она пришла, слышь? Дорогая, расслабься, да. Еще один? Что там медом намазано, что ли? Хватит там мотыжить, блядь. Съезжались тут, слушай. Как-то так. Здесь меня могут заметить. Могут. Так, со складом вроде как разобрались. Так, здесь надо разобраться. Не пугайте детей! Хватит! Что такое? Правосудие! Это явно не правосудие! А тебе-то что? Это жена стражника, которая избивает и грабит нас! Она заслужила! Фу. Нас задушили налогами. Скоро у нас не будет ничего. Нужно дать отпор! Нужно бороться! Прекратите! Или что? Я вас заставлю. Думаешь, мы боимся? Нам ежедневно угрожают. Нас запугивают и бьют. Но мы не отступим. Мы боремся!
Да, надо было выбрать, обсудить, короче. Так, какой-то предмет для задания даже нашли. Происходит. Этот Малака должен нам заплатить, как и все. А не заплатит, перебьем все горшки на Агоре. Приказ командира Диокла. Оставьте торговца. Достаточно. Ха! Напрашиваешься, Мистий? Что ж, ты тоже получишь. Умри! Так, ну что, задание вроде как прошли это, да? Мы опять в розыске жестком. Что произошло? Похоже, Диокол отказывается мне платить. Так, опять здесь наемник. Ну давайте, чего уж там. Его ход с ним. Как раз я уровень, может, и подниму. А, это ассасин такой, да? Напугал тут кота сосиской. Так, убить капитана. Должно быть, ты Диокол. Смотрите, кто же. Хочешь вмешаться в дела Кидонии? Придется заплатить. Здоровый, конечно, черт. А это что тут за такой, блядь, прям вплотняк рассматривает, что происходит. Крепкий, крепкий. Брат. Что мне делать? Хорошо, что он захватил с собой мои драгоценности. Не стоит вставать между Мистием и его наградой.
Так, задание выполнено. Мне нужно теперь к кузнецу забежать. Улучшить оружие. Это важно. Все-таки урон играет роль здесь. Особенно против наемников. Ну и вообще. Так, давайте глянем, что мы там нагребли. Так, куча всего всякого добра, как всегда, небось, на продажу. Так, одно разбираем, другое продаем. Так, тут понятно, что у нас теперь здесь еще есть. Запечатанный папир. Короче, у нас еще дохера есть всего по заданиям. Печать Стентора. Это печать спартанского полимарха. Короче, все есть, что надо. Так. Теперь давай идем к кузнецу. Чем могу быть полезен? Да, продадим. Шибко больше нечего продавать. Так, улучшить по-любому надо меч. Так, отлично. И улучшить надо лук однозначно. Угу. Супер. Всегда рады. 48 уровень. Так, теперь к точке обзора, я думаю, нам надо будет, да, пойти. Не знаю, зачем здесь две точки обзора. Вот это и реальный тупизм, который в этой игре присутствует. Вот это на одной территории две. Тут хватило бы вот тут точки обзора. На каждой куске бы было по точке обзора. Это было бы нормально. Критский бык. Не, ну это понятно, это где-то какое-то задание. Так, здесь еще какие-то будут сражения, я думаю, на земле, хотя может и на воде. И тут тоже есть какие-то поле битвы, ну да. Так, стартуем. Ну, не знаю, потом у нас остается критский бык, наверное, как раз по дороге. Подеремся с этим зверем. Сохранюсь только перед этим. Кстати, мы могли тогда еще залезть в тот обзор делать. Ну, я тут просто постоянно бился, что-то бегал. Ну, это такое. Так, у нас теперь что получается? Сюда. И потом на критического быка. Я даже сразу беру задание. Вот так, чтобы не париться. Так, нормуль. Ну что, поехали. Странно, что нам не попадались эти легендарные лошади, не знаю, не для покупки, не для того, чтобы его где-то за какое-то задание получить. Какого-то уникального скакуна. Кстати, там крепость. Будет весело, я уже прям чувствую. Ну что ты скачешь, как несчастье-то? Давай, ускоряйся, малыш, я в тебя верю. Ну. Это же уже за пределами, по-моему, я. Тихо. Помогите, меня заперли. Давай. Эйла. Хер с вами. Да, там крепость такая приличная.
Меня будут искать. Нужно действовать. Ну, были крепости, конечно, и побольше. Это ничего не говорю. Так, ну что, давайте стартуем это все, сейчас вырубаем здесь к черту. На что похоже? Рву вас в клочья. Да, за скрытые убийства тут нормально так сыпят. Пленников. Сдохни! Куча всего тут прям валяется. Началась кипишня. Скачешь. Блять, это не тот хуй пришел, блять, с мишкой, блять. Я начинаю подумывать об этом пацане. Стой.
блять, суки. Блять, задрали меня. Этот огненный урон этот выбешивает, блять, сучий потрох. Блять, сейчас заново эту крепость ебстить. Так, короче, давайте тогда сейчас эту сигнализацию их не уберем, если она есть в этой крепости. Надо было не выпускать этих говнюков, блять, с клеток. Они повыбегали. Тут началась такая говнище, блять. Жесткая. Сука, блядь. Ненавижу, блядь. Здесь бдительные стражники. Да, в одно место этих бдительных стражников. Этот. Где-то потерялся, я так понял. Ты задрала со своим копьем, блядь. Да, вот этого наконец-то я коснул. 50 уровня. Не стоило лезть в бой. Абраксос? Нихера себе, блядь. Вот это уже поинтереснее, ребятушки. Наконец-то заговорил я о том, что коня нету легендарного. Но теперь другое дело. Так он еще и был культистом? Нифига себе этот Абраксис, я понял. Наемник-культист. Человек это в центре, не знаю, что это за чудо в перьях. Так, снаряжение. 20% урона от усиленного мощного удара. Да, это чисто такая на мордобой. Булава.
Ну, бронька уже появилась, повеселее. Все, наконец. Культист побежден. Да, тогда я помню, мы так рыгали на нем, просто жесть. Так, можно сохранить даже это все дело. Этот раз мы его очень легко ушатнули. Так, теперь давайте займемся всем остальным. Мишка ничейный, типа, да? Так, короче, иду я, наверное, сначала вот этот пожар потушу, блядь. Да, со скакуном они меня как-то обрадовались, скажу честно. Говно интересует. Все есть. Теперь можно рубать здесь всех. Просто жестко. А их не обязательно освобождать, я понял. Крепкий малый. О боги, я горю. Как бы так. Так, еще бы здесь надо вырубить всех.
этих столько стражников здесь. Прям убиваешь бесконечно, блядь, их. Такое чувство, блядь. Чтобы это уже все побыстрее сделать. Так, область исследована, отлично. Очень важно, что я убил этого культиста 50 уровня. Это жирно было, конечно. Так, ну теперь у нас критский бык. И сейчас посмотрим на нашу новую лошадь. Оу-е, господа, нифига себе. Прикольно выглядит. Еще бы у меня костюм такой был огненный. Это было бы вообще шикардос. Жалко, что земля под ним еще не горит. Это вообще было бы дичь. Так, сейчас критского быка еще приструним. Где-то здесь сможем залезть, да? Оп. Так, надо будет сохраниться перед этим битом. Я еще не знаю, как с ним биться, честно говоря. Кстати. Вот это да! Отец Минотавра! Отец Минотавра, может, сын Минотавра, я бы так даже сказал. Я помню, как мы с тем быком, этим, с той свиньей бились долго. Тихо, ша. Дали по хлебальнику. Тихо, успокойся, блядь. Бешеный, блядь. Посраки тебе, блядь. Оу-е.
шкура критского быка. Ну, это мы чётенько тут, кстати. Чётенько. Так, оп. Даже доступно сражение появилось. О боже, ты стоишь, что в крепости творится. Там пацаны поприходили. Ху-ху. В поисках меня, конечно же. Да ну ладно. Да, знаков вопросов тут, конечно, блин, хватает. Область исследована. Так, это хорошо. Как бы несложно его было убивать, тем более, что мы уже прокачанные, как бы были, вы сами понимаете. Да, конечно, когда идешь на уровень выше, это совсем другое дело. А когда свой уровень или выше указанного, то это прекрасно. Просто чудесно, я даже сказал. Ну, тут у них свои разборки. Так, а это что такое здесь? Тихо там. Ярский, блядь. Удача изменила тебе. Да прям. Так, тут где-то сокровище должно быть. А, все вижу. Сильный знак вопроса, я вам скажу, прям космический. Вау, область исследована, сдуреть можно. Так, ну хорошо тогда. Хер с ним. Так, зона битвы, тут что у нас сложное? Оу-е. Обычное. Давайте еще поучаствуем, наверное, в этой битве, да? Это видео можно, наверное, заканчивать. Кстати, появился какой-то знак вопроса вдруг неожиданно. Что это такое вообще? Опа, за мной опять погоня. Опять погоня за мной. Опять погоня за мной. А что ж такое? Ничего личного. Я знаю, что ничего личного. Спасите кто-нибудь!
свидания называется. Да, эти навыки классные. Короче, это дает адреналин, та использует адреналин. И ущербы у нас эти есть. Угу. Это жирненько. Так, тут целый какой-то городок, елки. Так, она эта лошадь покрепче, надеюсь. Огненная подруга. Деревня Фест. Ух ты. Какое название. Так, давайте сразу глянем, может быть, сразу что-то приныкано. Вот, что и следовало было доказать. Так. Какие-то говно раскопки. И чё ты замер, малыш? Тут так. Наверняка есть охрана. Да, она по-любому там есть, чувак. Это даже нечего обсуждать. Фестский театр. Ага, выпучка обзора. Ага, ага. Это эти, бля, культистские темы. Возможно, здесь быть и этот, как его. Какой-то культист. Но вряд ли. Мы же какого-то уже босса как бы ушатали. Так, что у нас дальше? Дальше у нас точка обзора. Ну, а потом уже все остальное. Давай. Так, тут мы пешочком, в принципе, и так доберемся.
Так, к 49 уровню потихоньку подбираемся. Сейчас я посмотрю, что нам тут повыпадало. Короче, есть что продавать в любом случае. Задание. Понятно. Понятно. Ух ты. Получше будет. Ну хорошо. Так, вроде бы все, да? Давайте сохраняемся, на этом заканчиваем. В следующем видео уже будем дальше проходить. Этот регион, я думаю, мы и на арену успеем попасть. Спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и до встречи.